чего начинаем-то, ребята? Следовательность, Славском. Это все время понимать, что ты не гений. Быть больным этим комплексом и делать все, что хотя бы как-то приблизится к гениальности. Everything you say is going to be in that. There's you, there's me, and there's him over there. Слыхал фамилию Станиславского? Нет, что-то слышал. Живой человек, живая энергия – это самое ценное в том, что придумал Станиславский. Ё-моё! Сколько у тебя возможностей здесь! Станиславский вообще лучшее, что есть, скажем, в американском кино, в актерской среде. So there's an argument at home whether we even have an understanding of the pure method. His work, he's fantastic. He was a true artist. He was a true pioneer. Вы знаете, что такое гений? Это же 95% труда. Эта судьба поразила меня. He wanted to share things with people and pass things on and transmit people. And that's what inspires me. It's his spirit, not his cleverness. О, хорошо, что сдалека, сдалека, еще друг, обойди. Да, 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 да. Я не стыжусь своей любви к тебе! Я верю тебе, я верю! Как можно верить кому бы то ни было во времена фейк-ньюс и постправды? Никому, никак, никогда. Сейчас все поменялось местами. Сейчас контора руководит. Мы должны актеру и режиссеру. Хочется больше требовательности к себе от самих артистов. На самом деле, ведь понятно, что никакой системы Станиславского в советского образца как бы не существует. Окей, мы сделаем. Но то, что мне адски неудобно, у меня сейчас все по-другому, это факт. Да. А вечером прогоним. Просто попробуем. Неважно, может ли театр менять что-то в мире. Важно, что он может менять что-то в отдельно взятом человеке. Театр – это такая штука, такой тренажер, который заставляет человека начать думать. И вот это огромное количество людей на какое-то мгновение, они становятся другими людьми. Возможно, Станиславский называл это сверхзадачей.